Дорогие друзья, только что в своем телеграм-канале Андрей Малахов сообщил страшную новость. Подпишитесь на наш канал. Каждое утро мы радуем вас интересными новостями о жизни звезд российского шоу-бизнеса. Сегодня рано утром в Московском драмтеатре имени Ермоловой произошла трагедия. Там во время спектакля «Демон» стало плохо известной российской актрисе Виктории Толстогановой. Спектакль был приостановлен. Актриса была доставлена в больницу бригадой скорой помощи. Сейчас она находится в больнице. Ее родственники вышли с нами на связь, сообщают о том, что ее состояние крайне тяжелое. Что произошло с актрисой, пока еще непонятно. Очень много вопросов, но мало ответов, друзья. Сейчас мы ждем, чтобы наладить связь с больницей, поговорить с врачами, после чего мы расскажем вам более подробнее о том, что же на самом деле все-таки произошло во время спектакля с Викторией Толстогановой. До скорых встреч, друзья. Спасибо вам за ваши просмотры.